принципиальная вещь. Классическая музыка никогда не означает играть тихо. Надо все разговаривать, но надо при этом чувствовать напряжение, и уж совершенно точно, если не играть скромно, лирически, то не тихо. Thank you.
Wenn er gut tief war, wie gut in der griechisch stabil ist, als Dreieck.
он посоветовал еще пару моментов для занятий именно над этой вещью. Надо, он себе советует медленные произведения играть быстро. Именно во время занятий, да, и, соответственно, тихую музыку играть громко, во время занятий пробовать. И наоборот, да, с быстрой музыкой. Он советует каждый день делать так.
Thank you.
welche Artikulationen ist Klavier, welche Artikulationen, das sollte schon klar sein. Das wird er nicht aus der Hochschule lernen. И еще он, во всяком случае, всегда со своей так работает, он требует абсолютно точно знания, но если не партитуру, да, то во всяком случае, чтобы ты взял клавир, свой алтарный голос, а совершенно четко изучил, где ты повторяешь.